Всем привет, меня зовут Вика, я из города Киев. Сейчас живу в городе Остин, штат Техас. Перед поездкой в Штаты планировала покупку машины, вплоть до покупки пикапа даже. Но все-таки остановились на спорткаре, потому что он меньше, динамичнее, удобнее, компактнее. И таким образом мы купили этот замечательный, яркий, прекрасный желтый кабриолет Camaro 1LT в комплектации RS. Я очень им довольна, хотя места в нем немного и жесткая подвеска, как мы видим. Но в целом, как ни крути, но Camaro — это любовь раз и навсегда. Места в нем немного, особенно на заднем сидении. Там может поместиться максимум вельштильер, вот это позволит, да. Ну, максимум 2 вельштильера. Если же крышку кабриолета поднять, тогда можно увеличить багажник, и туда можно поместить несколько, даже там, пару чемоданов. Даже меня можно поместить, в принципе. А если крышка опущена, то багажник тогда маленький.